Всем мира и добра, мои хорошие! Сегодня хочу представить вашему вниманию сайт Ecomturk. Эти наряды я приобрела с этого сайта. Много вопросов по поводу них. Так вот, хочу рассказать, что вы через сайт Ecomturk можете сделать заказ любого магазина Турции. К примеру, Boiner, Moda Nisa, Trend Yol, Waikiki и так далее. Заказать можно все, доставка по всему миру. Цены с доставкой выходят намного дешевле, чем в России. Не в первый раз я заказываю у них с этого сайта и убеждаюсь в отличном качестве товара. И цены, ну, очень радуют прям меня. На моем канале есть видео о первом моем заказе на сайте Ecomturk. Оставлю ссылку в описании под видео, там я показываю подробно, как оформить заказ. Также вы можете сделать заказ, написав им в Instagram, Telegram, либо WhatsApp. Ссылки и номера оставлю в описании под видео и в прикрепленных комментариях. Обязательно, девочки, посетите сайт Ecomturk. Я думаю, каждый найдет для себя, для своих близких что-то интересненькое. Всем ассаламу алейкум. Всем привет. Привет. Сегодня у нас повар Анвар будет готовить. Ну, точнее, он мне все подготавливает, а я буду жарить. Сегодня хотим просто гречку с подливой приготовить. С подливом? Вот, да, с подливой. И Анвар вот так вот решил морковку нарезать. Я ей говорю, давай вот так сделаем. Она говорит, нет, наполовину и так порежь. Я говорю, зачем? Да. А я ей говорю, давай вот так я сделаю. Она говорит, а лишнее что? Как видите, лишнего никогда не было. Съел, да? Все съел. Да, вот. Сейчас будем готовить. Вытащила свои новые казаны от ОМС. А те бриони мы убрали, потому что я так, оказывается, привыкла к ОМС. Хочу пока пользоваться ОМС, а потом, ну, иншаллах, в своем доме будем пользоваться и бриони, и ОМС. Тут просто кухня маленькая, и поставить все некуда, да? Поэтому только эту, а остальное убрали в этот, в коробку. Вот, вытащила средний, маленький казан, и буду сейчас готовить. Здесь буду варить гречку, здесь буду жарить. Девочки, вот многие мне пишут, кто купил у нас казаны ОМС. Также еще кто-то там по каким-то вопросам присылал мне свои казаны. Я просто была удивлена, что у них вот эта часть, просто ее не видно. Она вся желтая, в масле, сожженная. Знаете, девочки, чтоб такого не было, сразу вот сейчас, например, что-то приготовили, съели, все, казан пустой, сразу берите салфетку от Greenway и просто вот этой вот шершавой стороной вот так вот вычищайте вот эти места. Не нужно, ну, так просто помыть и оставить, нужно вот именно отскрабировать немного, потому что масло попадает, и потом, когда в следующий раз вы используете казан, он начинает вот здесь желтеть, чернеть, сгорать, и потом он не будет, да, в прежнем виде, уже будет сложно отмыть даже химическими средствами. Поэтому не пожалейте, купите вот такую салфетку, она 220 рублей, по-моему, стоит, и вот классная штука. Ну все, я начала готовить, прожарила лук, мясо, и сейчас буду отправлять морковку такую красивую. Ну и томат добавлю. Это типа гуляша получится, но не гуляш, да? Такой просто зажарка такая, в общем. И тут поставила уже гречку. А мы решили отдать наши дорожки. Ну, не наши, а хозяйские дорожки на стирку. Ну, для своего уюта хотим все постирать. И также еще гостей скоро будем очень много встречать. Ну, хочется, чтобы было все чистенько, аккуратненько. Хотели и этот ковер отдать, но чтобы его вытащить, нужно всю мебель, в общем, двигать, все поднимать. Поэтому решили его не отдавать, только отдадим дорожки. Потому что то, что я смог вытащить, поднять и отдать. Да. Не обращайте внимания, что у Анвара пятна на футболке. Это наш сыночек слюнявит. Слюнявит, слюнявит. Да, вот сейчас я его пытаюсь уложить спать, но он, не хочет. Никак не хочет. Да, Ильясик? Не хочет. Ильясик. Ассаламу алейкум, продолжаю снимать свое видео. Сегодня мы оставили детей бабушке и
поехали, купили продукты на Ламидинском рынке, взяли рыбу, давно уже не кушали. Ну, вообще, наверное, когда мы приехали с Турции, еще ни раз не покупали рыбу, поэтому сегодня решили взять. Я нашла такой классный рецепт, надеюсь, будет это очень вкусно, как раз для вас тоже засниму, такое необычное. Ну, не знаю, может, кто-то готовил, а для меня это будет в новинку. Вот, и потом сейчас мы едем на почту, мне в пятницу почтальонка писала, что пришла нам посылка, я не знаю, что за посылка там, может, забыла. И вот сейчас поедем, заберем, так как уже время почти 4, а почта работает до 5. И нужно успеть, а потом дальше поедем по делам. Приехали в нашу любимую почту, вообще я очень люблю так приезжать на почту, когда приходят посылочки. И вообще, да, когда заходишь на почту, там пахнет... так как в детстве пахнет. Раньше я с бабушкой всегда приходила за пенсией ее, либо свет мы здесь оплачивали, и такой запах. И когда я зашла, там всякие конвертики, всякие эти, ну, для писем, да, такие конверты. Все так интересно, даже запах тот же, что в детстве. Анвар вышел и будет распаковывать. Такая маленькая посылочка пришла. Посмотрим, пришла, что ж там. Пришла из Махачкалы, пришла. О, если из Махачкалы, это значит кольца, которые я заказывала. Как красиво упаковано. Красотень, красотень. Я так хотела эти кольца, девочки. Я себе и еще там заказывали у меня, я ей передам. Вот, в Турции ты еще заказала. Да, я еще когда в Турции была, мне так понравилось, я заказала. Ну, это, конечно, бижутерия. Но все же, я здесь такое не нашла бы и не видела нигде, поэтому заказала там. Посмотрим сейчас, что ж там. Да, красота! Ура! Смотрите, какие бабочки красивые они. Там еще сережки были, но я такие сережки не ношу, как бы эти бижутерию, у меня уши начинают болеть. Да, а вот кольца классные, сейчас я одену, покажу. Вот такое колечко, девочки, посмотрите, красивое, да? Оно еще такое идет безразмерное, можно его регулировать. Такая вот бабочка. Так, понравилось мне. Я люблю такие вещи. Она шла, конечно, мне очень долго, то есть оно, кольцо, шло очень долго, дней 40. Откуда? С Махачкалы, говоришь? Mm-hmm. С Махачкалы. Но оно очень красиво блестит. И с каким-нибудь платьем куда-нибудь на выход будет вообще классно, да? А мы приехали в Ташрабад, хотим посмотреть Ильясику кроватку, потому что уже, думаю, его надо отдельно ложить. И неудобно вместе, да, как бы на кровати, поэтому хотим сейчас посмотреть тут. Ну, если что, купим. Если не найдем подходящее, возьмем, может быть, в другом магазине. Смотрим вот такую кровать такого цвета. У нас была вот как там. А, вот так, да, идет? Покажу. Можно так сделать, можно так сделать. Маятник можно и так крутить, качать. У нас была вот точно вот такая, но мы сейчас хотим уже прямоугольную, не округленную. Вот. Привезли кроватку. Мы вчера взяли ее. Сейчас буду собирать. О, Фатима тоже помощница матрас принесла. Не тяжелый? Нет. А, легкий. Трасик. Ну все, собрали нам кроватку. Такая красивая она. Взяли такого цвета, такой формы, и попросили сборщика, чтобы он собрал именно, чтобы качалась она вот в эту сторону. Можно еще, оказывается, сделать, чтобы качалась она в эту сторону. Вот. Сейчас оденем наши подушечки, мобиль, и готовенько. Еще вот это вот снимается. Можно вообще убрать ее и прислонить к кроватке. А вот это мне, вот эту часть, мне кажется, можно поднять, да, повыше еще. Зачем? Матрас. Ну вообще. Да, можно. سلاما على من يشكر لما تذلوا نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر
كريما لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر Ну все, вот так вот это выглядит. Подушечки такие наши, которые мы покупали еще до рождения Ильясика. Пока так завязали по-быстрому. Его одеялко до сих пор мы используем его. Спереди, наверное, я уберу вот эти подушки, потому что мы будем здесь двигать, либо убирать эту решетку, прислонять к кроватке. Вот такая красота получилась. И вот такой мобиль, помните? Нам дарили его. С Махачкалы, по-моему, отправляли. Очень красивый. Мы сами дизайн выбирали, цвет. Смотрите, какой сладкий. С сосочкой. И тут еще есть разные мелодии. Не сейчас. А, вот. Он крутится еще. Думаю, Ильясик уже у нас понимает это все. Ему будет очень интересно. Красота. А он смотрит, здесь сидит. Да, малыш? Да, мой сладкий? Улыбается. Ну, вот такая кроватка у нас. Снизу, кстати, есть шкафчик. Что-то я его даже еще не открывала. А, вот это надо поднять, да, чтобы шкафчик открыть. Вообще, я не люблю, когда в кроватках есть такие шкафчики. У нас они раньше постоянно ломались. Надеюсь, это так не будет. Ну, там, наверное, буду хранить вещи, которые, ну, не по сезону уже малышу. Итак, сегодня провели конкурс последний, и вот они победители наших подарков. Не обращайте внимания на мою тетрадь, это все, что досталось мне от детей. Первое место Нигора Рахимова, специи, набор для специй плюс салфетница. А второе место Али Алиев, блендер. Третье место Эс София, фруктовница. Четвертое место Счастливая мама, орешница. Пятое место Нигора Махамадовна, ОМС. Набор она выиграла. Вот, свяжитесь со мной в течение 3 суток. Если же вы не связываетесь в течение 3 суток, то все, мы аннулируем ваш выигрыш и будем в следующем конкурсе разыгрывать эти же призы.